Я думаю, здесь вам будет удобно. Да-да, спасибо. Спасибо. Вы меня? Светлана Федоровна. Да. Слушаю вас. Сергей Владимирович, я из Комитета государственной безопасности. Я хотел бы поговорить с вами о вашем знакомом, Ингмаре Росе. Пожалуйста, садитесь. С ним что-нибудь случилось? Я хочу, чтобы у нас получился доверительный разговор. А при чем здесь КГБ? Он занимается торговлей. Он занимается деятельностью совсем другого рода. Поверьте, я давно его знаю. С послевоенных лет. Мне придется писать заявление об уходе? Нет, это совсем не нужно. Он арестован? Да нет. Светлана Федоровна, для того, чтобы продолжить наш разговор, вы должны успокоиться. Я совершенно спокойна. Вы можете нам помочь. Я что, за ним должна следить? Нет, нет, ни в коем случае. В ваших отношениях ничто не должно меняться. Но просто у меня к вам просьба. Именно просьба. Вы можете отказаться, если не хотите. Какая? В ближайшее время, когда вы его увидите, передайте ему вот это. Я могу сказать, откуда это? Конечно. Но только если он спросит. Ну, а не спросит, тогда и не надо. Плачу, потому что больно. Надоело в жизни соглашаться с фальшью. В первый раз я говорю довольно. Говорю тебе, что был любимым, и годами жался мне под мышку. Все, что было радости, пролетело мимо, промелькнуло как-то словно вспышка. Дни за днями прячутся в годах. Как же мы разделим жизнь свою? Кто тебя поймет, как я? Кто тебя простит, как я? Кто так и не предаст и про тебя споет? А я спою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ты прекрасно выглядишь. Разве? У тебя неприятности? Нет, все в порядке. А ей нехорошо старших обманывать. Обманывать вообще нехорошо. Ин, меня просили передать тебе вот это. Дочку, поругаться двойку, чистоту проверь по всем.
Когда это? Сегодня утром. Добрый вечер, Ингмар. Светлана? Мне что-то здесь не нравится. Пойдем отсюда. Как хочешь. Извини, Светлана, я сейчас. Одну секунду. Сандра, мне кажется, ты уже сделала одну глупость. Зачем делать еще одну? А я люблю делать глупости. Собственно, в сегодняшнем разговоре с моей подопечной ничего такого не было. Я хочу такого попечителя. Но... Там была одна фраза, которую Колгрету пока не надо знать. Пока, во всяком случае. Она хороша, твоя русская. Слушай, Сандра, давай будем благоразумными. Может, когда-нибудь тебе придется ко мне обратиться. Мало ли что может случиться в жизни.